наши партизаны засняли, как они повредили российский топливозаправщик «Урал». Отдаю им должное, ведь это достаточно опасное предприятие с их стороны. Вооружившись ножницами по металлу, партизаны, по всей видимости, перерезали какие-то шланги или тросики. Даже такие незначительные на первый взгляд повреждения могут вывести технику из строя. Как минимум потребуется проведение ремонта. А в полевых условиях необходимые запчасти не всегда есть в наличии. Это значит, что оккупантам придется бросать технику на месте. Близко. Топливозаправщики и грузовики с боекомплектами являются стратегическими целями для наших военных. Если лишить оккупантов топлива, то танки, БТР и другая техника превратится в обездвиженный металлолом. Это с ними произошло в Киевской, Сумской и Черниговской областях. И как видите, партизаны также прилагают усилия, чтобы помочь ВСУ бороться с противником. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.